Друзья, всем привет! Сегодня простая и необычная самоделка. Понадобится брусок, какая-либо кнопка, пару заклепок и аккумулятор. В дополнительных комментариях, думаю, нет нужды, так как самоделка простая, и поэтому предлагаю просто посмотреть на ее изготовление. Видео сильно ускоренное и коротенькое, поэтому присаживайтесь поудобнее и досмотрите до конца, чтобы узнать, что в итоге получится. Приятного вам просмотра! Друзья, получился вот такой аккумуляторный паяльник для ремонта пластика с помощью скоб. Скобы подходят от обычного степлера. В интернете такие продают в заводском исполнении за пару тысяч, но они все сетевые, не нашел аккумуляторных. Тут же имеем портативный аккумуляторный паяльник за бесплатно, который делается полчаса. Мощности 12-вольтового аккумулятора вполне достаточно, для небольших ремонтов вполне хватит. Друзья, как вам такая самоделка? Если понравилось, то ставьте лайки и пишите комменты, что так или не так. Если не подписаны, то обязательно подписывайтесь и подписывайтесь на канал в Telegram. Там тоже много полезного. Всем удачи и до новых встреч!